Добрый день. Сегодня ко мне приехали три посылки. Я точно знаю, что в одной из них находится натуральный жемчуг. А что находится в других, для меня большая загадка, потому что продавцы такие трек-номера мне не давали. Ну что ж, предлагаю посмотреть этот пакет. Ой, я бумажку разрезала. Ага, бусинки приехали. Ну, посмотрим, что это за бусинки. Кстати, трек-номер на них давался совершенно другой. 4 миллиметра крокелюр. 200 штук. И вот такие кристаллики черного цвета, тоже, по-моему, 4 миллиметра, очень красиво переливаются. Ой-ой-ой, все сыпется, сыпется, сыпется. Ладно, смотрим далее, что же может находиться в таком длинном пакете. Понятно, все из одной серии. Наверное. Посмотрим. Вот он, натуральный жемчуг. Речной. Это уже второй заказ. А где первый жемчуг путешествует, я еще не знаю. Он очень красивый. Фотоаппарат, наверное, не передаст цвету. На видео кажется синим, на самом деле такой глубокий, красивый фиолетовый цвет. Ой, очень классно. Цветной, здорово. Ну и куда же без белого. Так, ну и последняя посылочка. И здесь тоже бумажка. Я-то думала, что мне эти бусинки будут, конечно, частями высылать, но не настолько мелкими. Мне хотелось, чтобы собирали, допустим, по 5, по 6 видов бусинок, отправляли их. Ну, не по 2 штучки. Так, вот эти, по-моему, 4 миллиметра были, а эти, по-моему, 8 миллиметров. Тоже классные бусинки. По-моему, они называются рондели, если мне память не изменяет. Нет, я все-таки хочу посмотреть. Достать парочку. Качество, конечно, классное. Не к чему придраться. Котик уже пакетик облюбовал. Все. Котик хочет залезть в пакетик. Маловат пакетик для котика. Вот это вся моя большая-большая посылка. Для создания бижутерии мне, конечно, заказано намного больше. Всяких и бусинок, и коннекторов, и чего только я не набрала. И все это, к сожалению, приходит вот так вот маленькими частями. Ну ничего страшного, зато приходит. Всем спасибо за просмотр. До свидания.